написали в аргументах и фактах, Ханов сбежал в Израиль. Ну, не знаю, может быть, это заголовок, конечно, выбирают журналисты. Вопрос не в том, чтобы сбежать. Мне захотелось изменить жизнь. Я давно уже планировал отправиться в путешествие. И вот отправился. Поводов два. Ну, во-первых, самое главное, меня давно интересовал Израиль. Это та часть моих предков, бабушка, мама моей мамы, еврейка. К еврейской культуре у меня опыта нет, но есть большой интерес. Ну и вторым поводом для поездки мне стало то, что ну, в России фактически стали преследовать меня без особенных... Ну так всякие скажут, о, меня выгнали. Ну стало неприятно ходить по улицам и думать, сегодня задержат или завтра. Знаете, надоело ходить и думать, не следят ли за тобой. Как это говорится, моя любимая присказка. Если у тебя паранойя, это не значит, что за тобой не следят. А здесь я чувствую себя свободнее, по крайней мере сейчас, и не приходит в голову, что кто-то может меня остановить, задержать. Государство добавило скорости, когда мне присудили иск на 3 миллиона. Я подумал, если еще подзадержаться, то потом и не выпустят никуда. Или самолет перестанут летать. И собрался и поехал. Эмигрировал ли я? Ну, я бы использовал слово «переехал» пока. Слово «эмигрировал» мне как-то меньше нравится.